Всем привет. Всем привет, это Гриша Михалицын. И Кирилл Галушко. Через час мы вылетаем из Красноярска, летим в Москву на веселого батл, который пройдет 23 числа в пятницу в скейт-парке «Адреналин». Ждем всех, будет очень круто, я надеюсь, что все будет так же, как и в прошлом году, что организация нас не подведет, что будет, возможно, какая-нибудь новая фигура. И спонсоры данного мероприятия являются... Кто у нас? Skaters.ru и Roller Club. Да, и надеемся, что появятся еще дополнительные спонсоры, чтобы было вообще бомба. Поэтому ждем всех. 23 число, пятница. Бывший скейт-парк «Адреналин». Как он сегодня называется? «Адреналин»? Нет, он сейчас по-другому скейт-парк называется. «Скейт-парк «Адреналин»? Нет, там какое-то новое название. «Спортленд». «Спортленд»? Это старое название уже. А. Ну, в общем, это находится это не важно. Это метро Медведково, да, Чермянский проезд, дом большой. Огромный. И, да, огромный. Видно. Так что ждем всех, приезжайте. Да, самое основное будет 23-го, в пятницу, веселого. Ждем вас и ожидаем от вас огромной поддержки. Оп. Пока.